Здравствуйте! Итак, мы несказанно рады видеть вас сегодня на закрытии 93-го сезона театра имени Евгения Вахтангова! Да, мы вынуждены были поставить решетки, но не потому, что мы боимся вас, а потому, что взаимная любовь может обрушиться друг на друга. В этом сезоне было множество замечательных премьер, театральных фестивалей и премий. И сегодня мы на этой сцене представим вам результаты наших творческих командировок и наши театральные трейлеры к премьерам 2014 года. Самым значительным событием этого года стало первое в истории нашего театра мировое турне со спектаклем «Евгений Онегин». Спектакль новый наш «Онегин», когда Москва была у ног, весь мир решил наполнить негой и лучше выдумать не смог. Париж, Нью-Йорк и Барселона, песок израильских равнин. Везде был принят наш Евгений. Мы начинаем с именин! Thank you.
Счастьем наслаждалась, когда бы можно было мне, я бы никогда не просыпалась. Доверчиво к тебе на грудь свою я голову склонила, когда сказал ты мне люблю, люблю я тебя. Думала, что не живу, что в рай душа моя стремится. Увы, не может наяву тот сладкий сон осуществиться. Ваш блеск способен ослепить во мне все темно. Зачем же мне любить того, с кем счастье невозможно? Больше скромен, я долго страсть скрывал от взора твоего. Взора моего! Не знаю, а чего. Не знаю, а чего. Серебристую, ясную, тихо к реке мы спустились вдвоем. Песни любви я шептал тебе страстную, счастье светилось во взоре твоем. Но
триумфальной поездкой на Кубу. Баракасы замерли, буиры перестали трещать, сошлись на время лед и пламя, и все мы сальсу станцевали. На Кубу прибыл наш театр, покинув ненадолго альма-матер. В том зале, где Кастро заседал, наш русский Шнитке зазвучал. Каренин Анну потерзал. Сейчас на сцене карнавал! Думали, что привезти в Москву с Кубы, с этого тепла, с этого наигостеприимнейшего приема, и подготовили вам номер. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco la muerte. Aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
от создателей спектаклей «Берег женщин» и «Анна Каренина». Театр Вахтангова представляет премьера 2014 года. Сказать, что хватит вам здесь танцевать. В театре случается всякое, иногда приходится выходить вместо артистов. Меня попросили выйти, сегодня сделать такой доклад, кратенько так, на минут на 40, поэтому прошу всех запастись терпением. Вот. Мы объехали полсвета в этом году. Надеемся в следующем году сделать то же самое с оставшейся половиной. А на самом деле мы очень рады, что сегодня на нашем родном Арбате, в нашем родном городе Москва, мы закрываем наш очередной театральный сезон. Очень рады, что сегодня, несмотря на то, что лето в Москве, что сегодня в театре «Аншлаг», у театра, как всегда спрашивали, лишний билетик. Нам это приятно. Мы были глубоко удивлены, что в Нью-Йорке с нами происходило то же самое. В Торонто мы видели это. Видели очередь за билетами, что уже редко можно наблюдать в театральной Москве. Поэтому мы хотим признаться вам сегодня, что мы вас любим. Надеемся, что и вы нас тоже чуть-чуть любите. Будем стараться нести эту любовь дальше. Мы расстаемся совершенно на чуть-чуть, на очень маленькое время. Это всего лишь отпуск для артистов. Нам надо всем набраться сил, в том числе отдохнуть друг от друга. Поэтому ждем вас в сентябре. Потому что театр Вахтангова для вас на Арбате всегда открыт и милости просим в наш родной дом. Поэтому я говорю артистам, продолжаем работать. Спасибо! Тем временем Онегин наш уже вступил в гастрольный раж. Туда, где жил его создатель, отправился Евгений наш приятель. В Литве поел он цепелинов, поднялся в башню Гедемину. Все поняли его без перевода, в знак дружбы русского и литовского народов. Сегодня Лермонтова, вспоминая, стихи послушать предлагаю. Для вас прочтет студент Театрального института имени Щукина Евгений Пилюгин. Встречаем! Приюты неги и прохлады, вдоль по дороге в Петергоф мелькают в ряды заграды разнообразные фасады и кровли мирных домов в тени таинственных садов. Там есть трактир, и он от века зовется красным фонарем. И там для блага человека построен интересный дом. И там приют себе смиренный танцорка юная нашла.
краса и честь балетной сцены на содержании была. НН, помещик из Казани, богатый волжский старожил, без волокитства, без признаний, ее невинности лишил. Мой друг ему и говорил: ты не в свои садишься сани, танцоркой вздумал управлять. Куда тебе, ядрёна мать? Но возвратимся поскорее мы к нашим буйным молодцам. Они стоят среди аллеи, коней привязывают там, и вот тропинкой потаённой они к калитке отдалённой спешат подобно бум. На землю сумрак не спадает, сквозь ветви брежет лунный свет и переливами играет на гладкой меди эполет. Вперед отправился Маёшка. В кустах прополз он, как черкес, и осторожно, точно кошка, через забор он перелез. За ним Манго, наш долговязый, довольный этой проказой, перевалился кое-как. Ну, лихо. Сделан первый шаг. Теперь душа моя в покое, судьба окончит остальное. Облокотившись у окна, меж тем танцорка молодая сидела дома и одна. Ей было скучно, и зевая, так тихо думала она: чудна судьба, о том ни слова. На матушке моей чепец фасона самого дурного, и мой отец простой кузнец. А я на шелковом диване ем мармелад, пью шоколад. На сцене, знаю уж заранее, мне будут хлопать все подряд. Теперь со мной плохие шутки, меня сударыней зовут, из меня три раза в сутки канавюпора дерут. Мой Пьер не слишком симпатичен, ревнив, упрям, что не толкуй. Не любит смех он, не песен, зато богатый обалдуй. Но тут в окно она взглянула и чуть не брякнулась со стула. Пред ней, как призрак роковой, с нагайкой, освещен луной, готовый влезть почти в окошко, стоит Манго, за ним Маёшка. Что это значит, господа? И кто вас звал прийти сюда? Ворваться к девушке бесчестно? Нам, право, это очень лестно. Я вас прошу, пойдите прочь. Но где же проведем мы ночь? Мы мчались, выбились из силы. Вы неучи. А вы так милы. Чего хотите вы теперь, ей-богу, я не понимаю. Мы просим только чашку чаю. Панфишка, отвори им дверь. Поклон, отвесивший принизко, Манго ей бросил нежный взор, потом садится очень близко и продолжает разговор. Сначала колкие намеки, воспоминания, упреки, ну, словом, весь любовный вздор. И нежный вздох, прилично томный, порхнул из груди молодой. Вот нож нежную порой он жмет коленку нескромной, и говоря о том, о сём, копаясь, будто бы случайно, под юбку лезет, жмет корсет и ловит то, что было тайной, увы, для нас 16 лет. Маёшка, друг великодушный, засел поодаль на диван, угрюм, безмолвен, как султан. Чужое счастье нам скучно, как добродетельный роман. Друзья, ужасное мучение быть на перу, увы, чужом, или дьютантом на сражении при генералишке пустом, быть на параде желанером или на бале быть танцором, но хуже, хуже во сто крат смотреть в огонь прелестный глаз и думать: это не для нас. Меж тем Манго горит и тает. Вот самый пламенный пассаж зловещим стуком прерывает на двор влетевший экипаж. Девятиместная коляска, и в ней 15 седаков. Увы, печальная развязка, неотразимый гнев богов. То был НН с своей свитой, Степаном, Федором, Никитой, Тарасом, Сидором, Петром. Идут, гремят, орут, садом, все пьяны, прямо из трактира, на устах. Стыжусь сказать. И нет, постой, умолкни, лира, теперь поклонницы мундира, поганых фрачных воспевать. В истерике, молодая дева, как защититься ей от гнева? Куда гостей своих девать?
Под стол? В комод? Или под кровать? В комоде места нет и плачу. Урыльник полон под кроватью. Им остается лишь одно. Перекрестясь, прыгнуть в окно. Опасен подвиг дерзновенный. И не сносить им головы, но вмиг проснулся дух военный. Прик-прик! И были таковы. Уж ночь была, низги не видно, когда, свершив побег обидный для самолюбия и любви, повесы на коней вскочили и думы мрачные свои друг другу вздохом сообщили. Деля печаль своих господ, их кони с рыси все сбивались, упрямо убавляя ход. И ленность их преодолеть ни шпоры не могли, ни плеть. Когда же в комнате дежурной они сошлись поутру, воспоминания ночи бурной прогнали краткую хандру. Тут было шуток, смеху было, и право, Пушкин наш не врет, сказав, что день беды пройдет, а что пройдет, то будет мило. Так повесть кончена моя, и я прощаюсь со стихами, а вы не можете, друзья, нравоучение сделать сами? Спасибо, Евгений. А сейчас для вас поет Сергей Качмазов песню «Зажигаем». Все вместе! Добрый вечер! Прежде всего, я желаю огромного успеха этому потрясающему театру, который делает для нас все, для зрителей. Спасибо! Ну кто там? Гуляем на верный вечер. Не сильнее, дружнее. Ну кто там? В окно не светит. Наверное, месяц. Ну кто там? Зажигаем мы все ваши руки. Летят незнакомые песни и звуки. Зажигаем, качается земля. Зажигаем, танцует облака. Зажигаем, и с неба падает звезда. И с неба падает звезда. Но если веселее, и все вместе, за наш любимый театр зажигаем! Что такое чудеса? Звезду поймали. И мы уверены, что этому театру повезет. Потому что мы все вместе с вами в этот день это загадали, да? Ну кто там? Зажигаем мы все ваши руки. И летят незнакомые песни и звуки. Зажигаем, качается земля. Зажигаем, танцует облака. Зажигаем, и с неба падает звезда. Звезда, и с неба падает звезда. Молодцы, танцуйте, это хорошо. Добрый вечер, тут простой, попробуем все вместе, да? Зажигаем, качается земля. Зажигаем, танцуем облака. Зажигаем, и с неба падает звезда. И с неба падает звезда. Эй! Не отстану. Зажигаем, качается земля. Зажигаем, танцуем облака. Зажигаем, и с неба падает звезда. И с неба падает звезда. А теперь все дружно сейчас споем и поаплодируем нашему великому театру Евгения Вахтангова. Зажигаем, качается земля. Зажигаем, танцуем облака. Зажигаем, и с неба падает звезда.
большое огромного творческого полета Великому театру. Спасибо! Спасибо. Первая студия театра Вахтангова представляет. Смотрите в сентябре. Самая мистическая и завораживающая кровь-постановка года. Все о настоящем погружении в готику. Там, где легенды оживают. А что? Кто из вас готов бросить мне вызов? Молокососы! Я вижу, вы дрожите, ваши коленки дрожат, а ваши подштанники стали мертвыми. Может быть, кто-нибудь из вас осмелится выйти и принять мой вызов? Я вижу, нашелся смельчак. Но иди сюда, мой маленький, кудрявый друг. Готовься к смерти! Самые невероятные спецэффекты, самые рискованные трюки и бои ждут вас. Возрастная категория 18+, 120-. Самые откровенные сцены. Филиас! Где мой Филиас? Я хочу лечь на дно! Я хочу лечь на дно! Где мой? Ты мой Филиас? Нет, ты не мой Филиас! Меня душит кожа! Я хочу снять кожу! Бесконечной дружбе и невероятном предательстве. Папа, 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 там в маминой спальне, какой-то дядя, папа, там в маминой спальне... Что? В маминой спальне какой-то дядя? Да, папочка, там в маминой спальне какой-то дядя, я не знаю, что он там делает, папочка, там в маминой мне очень... Да. Так, сынок, это может быть электрик, который пришел менять синюю лампу. Скажи, а на этом дяде были защитные перчатки? Нет, папочка, никаких защитных перчаток на дяде в маминой спальне не было. Нет, папочка, совершенно... То есть как он меняет синюю лампу, не надев защитных перчаток? Папочка, я не видел, но никаких защитных перчаток на нем не было. На дяде в маминой спальне не было никаких... Да на нем вообще почти ничего не было, папочка. Почти ничего. На нем вообще почти ничего не было? Сынок, так может быть это чистильщик аквариума? Скажи, а на этом дяде был акваланг? Акваланг? Да. Нет, папочка, на этом
дяди не было акваланга. Ни акваланга, ни защитных перчаток. То есть как он чистил аквариум без акваланга и без защитных перчаток, сынок? Да, папочка, да, я не знаю, как он чистил аквариум. Но на нем не было, на нем почти ничего не было. Папочка, на дяде в нашей спальне почти ничего не было. Удивительное дело, сынок. Ну скажи, а этот дядя тебе запомнился чем-то примечательным? Что-то тебе в нем понравилось? Да, да, папочка, да. Но что вы мне дадите, если я вам скажу, что мне понравилось? Я подарю тебе колчан. Колчан? Со стрелами, нет, папочка? Нет, погоняла, колчан. Ты будешь колчан. Колчан. А, кто колчан... ты тебя спал мне? Очень здорово. Да, я понял, я колчан. Папочка, у него была родинка. Родинка так. На бедре, такая же, как у вас. Так. Ваша такая же родинка, как у вас, папочка. На бедре, родинка, да, как у меня. Да, она мне очень подожди, понравилась, подожди, сынок. Только у одного человека может быть такая родинка на бедре, как у меня. Это у тебя, у меня и еще у моего брата, Бриаса. То есть там был Бриас. А, так значит все в порядке, а то я уже начал беспокоиться. Понял, папочка. Самые неожиданные драматические повороты сюжета. Сносящие голову мистические тайны истории откроются перед вами. Кто не успел в этом сезоне, да не пропустит в следующем. Мировая премьера студии «Пелиас». Имени Санда. Мы ждем вас. По-русски Таня плохо знала. Французским Женя написала, а в январе он спрыгнул, слышь, и все отправились в Париж. Изысканнейший зритель пал, посол всех на прием позвал. Должна запомнить вся Россия, вахтанговцев там на руках носили. Французскую рождественскую песню для вас поют Елена и Александр Михайловы, а также Юлия Таманова. Встречайте, мы с вами! Раз. Есть, один, есть. Два, три, есть? Слышно? Bonjour, mes amis! Здравствуйте! Во Франции, bonsoir! Во Франции театр был в январе, когда еще недавно отзвенели рождественские звоны, поэтому мы сейчас вам споем рождественскую французскую колядку. Aujourd'hui, dans notre monde élevé,
et le ciel nous apprend le grand mystère. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Mon Seigneur qui délivre les siècles, как прекрасна и светло в душе сейчас, словно в древности волхвы опять идут. Видит в небесах звезду, аллилуйя. Свет ее и нам сияет этим днем, так и мы во след ко Господу идем. Словно злато или вам приносим вновь нашу радость, веру, любовь, аллилуйя. Aujourd'hui dans notre monde le Père venait pour parler du Père aux hommes qui l'ont oublié. Et le ciel nous apprend le grand mystère. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Еще один юбилей, 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. В нашем театре идет спектакль «Маскарад» Михаила Юрьевича Лермонтова. И мы вам сейчас споем песню, которую мы очень любим, на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, музыка Владимира Щукина «Ветка Палестины». Ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была. У водки чистых Иордана востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал. Молитву тихую читали и пели песни старины, когда листы твои сплетали саймобедные сыны. И пальма та живаль поныне, все так же льманит в летний зной, а на прохожего в пустыне широколист единственной главой. Или в разлуке без отрады она увяла крик, и доль Днепра ложится жадно на пожелтевшие листы. Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес. Грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой.
Театр Вахтангова представляет долгожданную премьеру детского спектакля «Кот в сапогах». Встречайте! Внимательно посмотрите на этого человека. Да-да, вы, менеджер среднего звена, счастливый обладатель двухкомнатной квартиры в Биберево, красавица-жена и двое очаровательных детишек. Целых три рта, которые нужно кормить. Каждый божий день, потратив 2 часа на дорогу, он прибывает на рабочее место. Бесчисленные телефонные звонки, однообразная бумажная волокита, холодный обед из пластикового контейнера, неработающий кондиционер летом и сомнительное отопление зимой. Так проходит понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, и вот, изнуренный трудом, он возвращается домой в предвкушении заслуженного отдыха. Суббота и воскресенье – маленькие островки блаженства в океане нескончаемой работы и суеты. Его ждет Эдем в 4 стенах просторной квартиры в Биберево. Умиротворение и душевный покой один на один с единственным верным другом. Но... но по горькой иронии судьбы, именно в этот момент приходят они. И приходится платить по счетам. Папа, 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 пойдем. Папа, папа, мы хотим, пожалуйста. Папа, папа. Ты обещал, папа, 3 недели назад ты обещал. Пойдем, папа, папа! Но выход есть! Кот в сапогах! 2 часа волшебной сказки на сцене для ваших детей и 2 часа сказочного отдыха для вас! Вахтангова. По знаменованию Лермонтова года, пренебрегая пасмурной погодой, Онегин в Красноярск слетал, признание и успех сыскал. Для вас поет заслуженный артист России Александр Павлов. За роялем Владимир Свестников! Ноженьки резвые в пляску ходя, выйду на улицу.
улицу, где в пойду, голос звонким я им подпою. На улицу, где в пойду, голос звонким я им подпою. Батушка, слышишь, соловушка поет, там за рекой пляска идет. Девки голосистые звонко поют, доброму молодцу сплатки дают. Девки голосистые звонко поют, доброму молодцу сплатки дают. Матушка, ищешь сторон, на псиграцкой воле. Премьера 2014 года «Малый зал». Крик лангусты! Это стоит посмотреть. Москва в снегу уже лежала, а труппа Барселону покоряла. Испанцы от кориды отказались,
к нам на спектакль все примчались. Текьеро в зале раздавалось, и кастаньеты разрывались. И в Барселоне на жаре Москва, я думал о тебе. Для вас поет Евгений Иванов. Активно работаем. Руки.
Спасибо! Театр Вахтангова представляет самая долгожданная премьера этого сезона «Малый зал». Ревнивая к себе самой. Встречаем! На нашей красной ковровой дорожке звезды спектакля «Ревнивая к себе самой». Спасибо. О любви. О любви, блестящий ответ. А можно пару слов? В чем заключается сюжет этой пьесы? Кто автор? Тирса де Мали. Тирса де Мали. Меня слышно? Мне был предназначен он, но я знала, что он иной. Ага. И когда мы встретились, он не знал, что я — это я. Потрясающий ответ. Да, и он полюбил меня. Полюбил вас? Да, но я была самой собой. Само собой. И когда мы встретились, когда я была я, он не полюбил меня. Но я-то полюбила его. И поэтому я решила, что встречусь с ним, и пускай он порвет со мной ради меня. Блестяще! Но я всегда знала, что я — это я. А он — это он. Но я думала, что он любит ее. Но оказалось, что он любит ее, но она — это не она. И я решила стать ей, которая не она, и пойти к нему, чтобы он подумал, что я — это она, которая не она. Ну, в общем, он выбрал меня. Он выбрал меня, потому что он любил меня. Он встретил ее уже, когда полюбил меня. Ты — это все-таки не ты. И? Все говорила я! Я сказала, чтобы она переоделась в нее, чтобы она стала она, как она. Мама, привет. Мама, привет. Простите, пожалуйста, а кто же все-таки ревнивая к тебе самой? Ага. А кто есть кто? Ну, я — это ты. А ты — это я. И никого не надо нам. Все, что сейчас есть у тебя, я лишь тебе. Мы благодарим за прекрасное, очень насыщенное интервью наших артистов. И, наконец, американская мечта сбылась. Арбатского-то Франта дождалась. Нью-Йорк и Бостон в замирании. На няньки наглядели умирание. Остановился Ниагарский водопад увидеть тех вахтанговских парад.
Канаде всех сиропом напоили и в конверсах в Россию проводили. Yeah.
вскочили. Естественно, что всех там покорили. И рады были бесконечно, что кошельки у нас на месте. Thank you.
Сейчас для вас выступит Олег Павлович Табаков. Встречайте! Знаете, хорошо, когда у тебя хорошо. Но когда у твоего друга хорошо, это совсем хорошо. Спасибо, спасибо. Почти ни одного слова, мы закрываем сезон. Очень рада, что и на улице, и в зале сегодня столько народу, которые хотят увидеть вахтанговских артистов. Мы рады, что мы предлагаем вам хорошие спектакли, и что на наши спектакли нет билетов. До следующего сезона. Спасибо. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся, но ненадолго, уже 10 сентября, премьера «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», мы вас ждем. А сейчас для вас наша финальная песня. Встречайте! И поем вместе! Поклонники театра «Вахтангова», какое счастье, который год подряд
В конце сезона обязательно устраиваем вот такие ристалища. Это действительно совершенно новая краска. Нам, старикам, это было недоступно раньше. А теперь мы любуемся, как молодежь замечательно, прекрасно выглядит и прекрасно это и делает. Правда? Да! По-моему, тоже замечательно. Засим, мои дорогие, год кончился, сезон кончается. Театру Вахтангова 93 года. Нам надо подождать всего 7 лет, каждый год встречаясь здесь на Арбате, а потом вместе вот здесь, на всем Арбате, накроем столы и отметим столетие театра Вахтангова. Ура! И в завершении самая великая строчка Александра Сергеевича Пушкина. «Пируйте же, пока еще мы тут!» Спасибо, дорогой Арбат! Спасибо, родной Арбат! Нам очень нравится эта новая краска. И я думаю, что мы с вами вполне сроднились. Счастья вам! Друзья, мы вас ждем в следующем году. До встречи!